нами на интервью 77-й номер хоккейного клуба «Белые медведи» Захар Панов. Захар, привет. Здравствуйте. Как тебе сегодняшняя встреча, как тебе переезд, как тебе открытие этого турнира? Ну, расскажи о своих эмоциях в целом. Ну, эмоции хорошие, вроде хороший переезд, хорошо доехали, пробизовали, ну, первая игра хорошая. Я тебя понял. Ну, а вот что скажешь по поводу соперника, по поводу счета, ну, в общем, по матчу в целом? Ну, по поводу соперника еще не сказать не могу. Ребята еще на уровне, ну, 2013-2014 года. Я не хочу их обидеть, но так оно и есть, потому что это видно со стороны. Ну, счету, это хорошо то, что выиграли, но на таких соперниках надо отрабатывать. Финты, голы, ну, я могу сказать то, что голы там не важны. Просто финты отработать там. Просто как сегодня пытались я и некоторые ребята там из нас сделать. Так что надо отрабатывать винты на самом. Понял, вот такой вот ты категоричный. Ну ладно, ничего страшного, наоборот, даже хорошо. Вот такая вот спортивная злость есть, это самое важное. Ну что ж, расскажи еще, кого ты можешь из своих партнеров отметить, кто тебе помог, ну вообще, кто помог команде вот достичь такого результата в целом в этой игре? Все принесли пользу команде, все, кто там выделились очками, голами, хорошими передачами. Всех могу выделить, никого нельзя сказать. Ну, были ошибки у нас, были, но будем исправлять, работать над ошибками. Ну, вот ты индивидуально, кто сегодня тебе понравился из твоей команды, помимо своей игры? Ну, все ребят понравились, но больше понравился Рома Дременков и Семен Коряков, и Макар Денисов тоже. Я понял, но вот из таких не совсем приятных моментов, что тебе, из-за чего вообще в целом произошло твое дисциплинарное наказание твое? Не знаю. Нечего сказать. Ну вот что происходило у тебя внутри, твое состояние на этот эпизод, что было перед, что было после? Ну, думаю, совершил ошибку, команда останется в меньшинстве и пропустит гол, но хорошо, что не пропустили. Я тебя понял, ну вы большие молодцы, спасибо вам за этот матч, будем надеяться от вас видеть яркую игру по ходу всего турнира. Спасибо тебе за интервью у нас, с нами согласился побеседовать Захар Панов, 77-й номер «Белых медведей». Захар, спасибо тебе большое и удачи в дальнейших матчах. Спасибо.